Все. Перспективы все снимаешь? Я тебя снимаю, шеф. Ты меня потом снимешь, деда. Естественно. Наш зал. Здесь все происходит. Другой нож, шеф. Нормально. Андреев попал. Шире ножки. Время сколько так стало? За них 120 не заплатит, да? Они любят друг друга. Да. Потом все всех любят. Вообще не как Просто этот раунд работает только левой рукой. А второй раунд добавить правую в корпус. А потом 10 раундов свободно. Вот там беспредел начнется. Thank you.
Приготовка. Работа. Отработать на верховный доход. А я на трех работах работаю. Пойду и выдру там. Ну, на как? Выдру. На трех работах? Ну, что ж. Безработа тоже плохо. А? Безработа тоже плохо. Да, нет, нет. Ну, там, что? Подтягивай, Степан. Подтягивай, подходи. Как я буду? Можно добавить? А? Да, если не можно.
Не надо. После этого сразу меня. И корпус, Антон, где? Давай, корпус! Юра, тоже! Ну! Третий удар, корпус! А? Где что делать? Берем! А? Они остаются! Не надо! Минуты меняем треков! Ну, поменяй! Вот, уходи, стой, стоп! Еще один раз! Я бы стоит, я бы лежу, вам ногу такой. Ну. А руки не оставляю. Сейчас меня забудет, меня забудет. Корпус, пригоняй, что там за башкой. Хорошо. Здесь собрались самые гадкие алкоголики нашего города. Они или пьянствуют, или дерутся. Да, вот что я делаю. Или стриптиз смотрят. Вопрос, Дэн. Какое сегодня число? Быстро, быстро. Не думай, где? Не думай.
шкуру, я вам сейчас покажу. Камеру смотри. Так, быстро, коротко и ясно. Что ты думаешь о нашем клубе? И о противниках нашего клуба. Что их ждет? А в клубе или о противниках? Что ждет противников, кто выступает против наших бойцов? Ну, выдержали. Их ничего не ждет. У них нет будущего. У них будущего нет? Ну, у нас-то есть. Просто на камеру принял первый день в зал, потому что нам ничего не остается. Саша, по минуте говори, да? Я говорю, ты не попал. Ну да, я где-то ты. Я не попал. Вообще-то я деревянным это не прощу. Он такой. Это он кондон научил. Вот сейчас он делает два отморозка. Вот пола! И по кому сбивай меня, вот! Вот так! А ему все равно. Ну, больше делай. Женя, сам делай больше. Александр, не мог бы расстоять. Больше сам делай. Ну, хотя бы делай просто. И заканчивай передний ручник на бега. Группа маньяков. Тут чистка идет, да? Тут уже чистка. Тут зачистка. Не гоняйся за головой, Антон! Начни с корпуса! Юра тоже самое касается. Минут!
Не, не КСС. Корпус, корпус, это то, что ниже шлема. Понимаете, да? Ниже пояса. Ну да. А шлем у вас на голове где? Там вот где кушаешь? Так... Принеси эту железную игрушку в зал, начинай убивать, знаешь? Чтобы на них навели ее. Да. Кто-то боксирует, кто-то впервые. Это вы впервые боксируете? Что, не понимаете, что происходит, да? Вы не а? Вы не тройте? Кто-то ходит, просто кто-то боксирует. Все. Это не человек, это строитель. А что ты делаешь с ногами тогда? Почти шпагат. Шпагат в исполнении рожек наш. О, блядь. Что ж ты делаешь, подлец? Где тебя этому научили? Как в лесу в мэшкенсе, блин. Вот так вот. Руки подними. Даже вы. Хотели в камеру залезть. Через объектив. Попозже нельзя, запрещено, да, блин. Это жопа. Только на зоне может быть попозже. Блин, попал бы, убил. Ты смотри, что по камере не попал. Уже... А то придется его убивать. Легкое звуковое сопровождение. Это что за прокламация? Я не понял. Шеф, что это? Поэтому вот здесь квад... после душа мы с Денисом. Да не, публика подумает, что так мы... Это... После... Не, это... Каждый это... раз после тренировки каждый раз, это святое дело. Ну ясно. Слушай, ну и что ты, шеф, думаешь насчет всего этого? Безобразие полное. Безобразие. Отморозки конченые. Да, каждый раз, да? Порвут всех. Можно посылать вызов. На Марс? Этот... А я думаю, на Марс. Вот сейчас на Марсе американцы изучают. Здесь уже не осталось никого. Я думаю, космонавтам можно передать послание. Ага, космонавтам. Да, вот я вижу, тут нам послание прислали уже, вот на стенке, да? Вот, например, вот такое. Это тренерское. Я сейчас снимаю тренерский блок.
Тут расписание тренировок, а вот это вот основные действующие лица. Ну, в общем, примерно так мы здесь вот и работаем. Вложение. Вот я слышал, что твоя Сия, она как-то сейчас начинает спонсировать наш клуб, это правда? Начинает, но уже давно его спонсирует. Ну, ты только скажи, что за Сия у тебя? У меня Сия как Сия, но это по-русски ООО. А название какое? Название градус. Правильно. И что у тебя там? Шиномонтажка? Нет, как что у тебя? Шалма. Нет, там же не шиномонтажка, ты ошибся. Нет, подожди. Скидок нет на шиномонтажку. А, нету. Подожди, ну а на пиво же скидка есть, я же бар. На пиво? Да. На пиво кто здесь заходит, только тем скидка. Ну вход в бар через этот, через ринг. Отсюда автобус отходит, ну периодически. И везет всех там, где скидка на пиво. В то место? В то место, а после этого места всех развозят обычно никуда, они не знают, куда они отправляются. Нет, это потому, что пиво с витаминами, наверное. Да. Б-группа. Да. Кто-то сказал. Сейчас я один два раза даже не помню, когда он играл. Вот того, когда общался со спонсорами? Ну да. Ну по тебе заметно. Вот еще. А он просто не был, знаешь. Это человек, у которого тысяча имен. Последний. Че ты успокоился? Ну давай, тогда все ждут. Ну покажи, ну. Это наш шеф. Старый клуб. Молодец. Все завидуют тебе, на самом деле. Очень опасная работа. Можно уйти инвалидом. Меня же 5 килограмм перестать. А ты не четыре, чем те. Кому-то в голову попало. Yeah.
Андрей. Ой, блин. Еще одну встречу. Еще одна. Ты в школе занимался на низком? Неудовольствие. Thank you.